Так, ну все, клапанную крышку поставили, там гайку генератора привернули. Надо все-таки, решили мы поднять ее на подъемнике, посмотреть, потому что мы еще этого не делали. Давай на подвеску посмотрим. Жми. Я надеюсь, сейчас ничего не откроется, никаких страстей. Диагноз хорош там? Тяга панара, помню, сейчас посмотрим. А, кстати, да, надо посмотреть. Проверим диагностические способности Андрюхи. Ну что, пошли смотреть и печалиться. Пойдем. Подшипник минус. Ну да. Люфтит? Ну я понял, да, хорошо. Что дальше? Наконечник? Угу. Наконечник минус. Ну, не, ну все так пока не страшно, что. А шаровые не, потряси шаровые. Не, шаровые. Нормально. Давай с этой стороны. А, вот так, да? Подшипник. Это суппорт в закусе, наверное, да? Мне кажется, подшипник. Тоже подшипник? Угу. Блин. Ну ладно, бог с ним, это все. А здесь шаровый ништяк? Шаровый. Да. Нормально? Вот стук откуда ли? Слушай, стук из... С машинки, да? Да, стук с машинки, но машинку мы подтянем. Что у нас? Задний сальник течет. Ну, это все не страшно. Сцепление вроде нормальное, я там нажимал. О, кстати, смотри. Блин, они балку, короче, лонжероном приварили сплошным швом. Беда. Печалька. Ну да, скорее печалька. А, кстати, генератор, пока мы это самое... Вот провод возбуждения, который мне тогда мозг компостировал. Сейчас мы попробуем. О. Ну, да. Короче, понятно все. Что-то там течет тосол, по-моему, у нас прям на генератор. Слушай, ну мы хомут попробуем подтянуть. Хомут потянем, короче, если потечет, то потечет. Не знаю. Че, кардан? Кардан, огонь. Бодренько? Бодренько. О! Мыши поелись. Блин, а как так вообще получилось? Хороший вопрос. Ну, блин, ну что за люди, а? Хороший вопрос. А, я понял. Тони, смотри, какая тема. Вот это зачем? Все, подожди, ну уже Козьма. Мне даже самому интересно. Что-то прогорело. Здесь такое чувство, что оно... А, слушай, я понял. Чулок держится, что ли? Я сначала испугался, думал, они, короче, вот так ухо на мосту. Не-не-не, это, видишь, у них фишка такая была, что... Ну, здесь... посмотрим. Ну, давай, отрезай. Здесь, по ходу дела, кардан лежал, видишь, здесь прогорело. Не кардан, господи, глушитель, труба лежала. Все так сожгло. Ой, прям в глаз. Ой. Ой. Подержи. Это, походу, ремень безопасности был. Да. Капец, вообще. Так. Сейчас подожди с этой стороны. Да не, вроде нормально. А, дай мне лезвие. Еще идеи, конечно, да. Идея чумовая просто. Ну вот они, этот самый крепление, столбик тяги панара при это самое приварили. Здесь, как говорили, да, новый. Так, сейчас посмотрим. Да ничего там нет, Тони. Главное, чтобы трубку под ним не сгнила. Не-не, короче, все нормально. Это для глушителей трубка было сделано. Трубка целая, да. Трубка целая, хорошо. Сузово, смотри. Вот, да. Андрюха не набрал, да. Андрюха не набрал, реально погнутая тяга панара. Ну это тоже, в принципе, пофигу. Так, все-таки диагносты из 90-х. Да, амортизатор. Амортизатор вытек. И какая-то хрень от нее в ногу впилась. Че это такое? Думаю, это от тормозного шланга. От тормозной трубки, да, ну пофиг. Отвалилось что-то. А вот и суперглушитель. Супербанка вообще. Банка, да. Зачем так было сделано, я до сих пор не понимаю. Слушай, ну мы днище переварим же. Днище, да, переварим. Днище багажника. Банка вообще не пойму. Я не знаю, ну они говорили, что это типа спорт какой-то. А, ну тут ладно, что. Вот это не страшно. Проводка.
Так, подожди, давай резюмируем. Что у нас получилось? Значит, у нас реальный гемор в передних колесах. Сейчас задницы даже заморачиваться смысла нет. Давай передние колеса снимем, посмотрим, что там, колодки, диски, что там осталось. Может, подшипники подтянем. В общем, разобрали мы все это безобразие. Рассказывай. Ну что, подшипник нормальный, смазка есть. Вот. То есть у нас подклинивает суппорт, диски тормозные. Колодки. Колодкам, колодкам хана. Вот, сейчас посмотрим, как у нас будут работать цилиндры тормозные. Не попадем ли мы еще на цилиндры. Вот. Ну, вообще бы не хотелось, конечно. Да, и так уже. Вкладывание начинаются. Я предупреждал. В общем, парни, какой смысл? Дело в том, что на тормозах нельзя экономить. Придется покупать колодки. Колодки у нас стоят 320 рублей. Самые дешевые. Диски тормозные у нас есть. Вот. Ну, в общем, на тормозах лучше не экономить и не... Что не? Не экономить лучше на тормозах, а то можно очень быстро сыграть ящик. Поэтому тормоза мы обязательно сейчас починим. Поменяем диски, колодки. А с той стороны такая же история совершенно. Нет смысла снимать. Вот. Ну, в общем, сейчас будем менять. Хорек ревнует. Что-то хорек, да. Я просто в кармане кнопочку нажал. Ну ладно, все, меняем. В общем, да, сейчас поставим обратно тогда этот самый. Да, подшипник ставь обратно. С подшипниками, ну так, более-менее все нормально. Надо просто смазочки добавить и отрегулировать. Сейчас сделаем. Короче, здесь мы все поменяли. Здесь подшипник нормальный. Колодки вон поставили. Сейчас только шплинтики поставим. Но возникла еще одна проблема. Дело в том, что здесь... Проблема. Да. Короче, умер подшипник ступицы. Сейчас будем менять ступицу, опять расходы. Я предупреждал. Короче, ступица 420 рублей. И подшипники, по-моему, 430 рублей. Колодки 300 рублей. В общем, у нас сегодня минус сколько получается? Уже сейчас. 420 получается сколько? 840. 840. Колодки плюс 300. Сколько получается, короче, 1100 и еще успокоитель. Ну, в общем, к концу, как все соберем, посчитаем полностью, насколько мы сегодня попали. Вот, но пока вот так вот, не знаю, может еще что-нибудь сломается, но пока еще не сломалось, посмотрим. Короче, меняем ступицу. Короче, поменяли мы ступицу. Идет как по смазанному. Ну. Да, сейчас прикручиваем суппорт тормозной. Да уж. Не пухни. Короче, у нас бюджет-то все расширяется, мы еще даже не поехали. Уже, короче, из 10 тысяч, ну, короче, где-то минус 1200. Ты крути, крути. Я по этому поводу сейчас кручу. Да все, уже можно. Ну, зато у нас, видишь, новая ступица, новые подшипнички, новые диски, новые колодочки сейчас поставим. Груда старые запчасти. Кстати, мы можем сдать старые запчасти в металл. Мы можем машину в металл сдать. Мне кажется, это будет гораздо эффективнее. Да, можно было просто ее не покупать. Ну, зато смотри, теперь у нас с тормозами проблем не будет вообще. Ты посмотри. Да, вообще. Тачка ехать не будет, зато будет тормозить. Тормоза – это безопасность. Ну да. Но пока у нас даже еще деньги на страховку остаются. Ну, в общем, подшипники настроили. Настроение все меньше. Приходится развлекаться вот. Имитировать поворотники, экономим бюджет. Ну, кстати, можно было колпачок сюда вот так вот, смотри, похож, да? Смешно. В общем, теперь все хорошо, новая гаечка, новые подшипники, новые ступицы. В общем, все новое, крутится великолепно. Давай, забивай. Мазь. Отличная мазь. Смазка. Давай, забивай. Можно подарить девушке на 8 марта такую штуку, и она будет... Братиш, мазать. Забивай. Ладно. Даже уже настроения нет вообще никакого. И даже с Котофеем не хочется играть. Ты просто бог слесарки. А, что еще? Тут, в общем, еще одна проблема осталась небольшая. Надо сейчас попытаться... Это машина, в принципе, это одна небольшая проблема. Это нормально, истерику. Сейчас его очередь, я чувствую истерить. В общем, у нас есть люфт в рулевом редукторе. Дело в том, что он настраивается, поэтому сейчас попробуем его настроить. Получится хорошо, не получится, как бы будем ездить так. В конце концов, это печалька, мы экономим бюджет, и так уже сегодня минус 1200. Ага.
Короче, настраиваем редуктор. Здесь смысл в том, чтобы ослабить вот эту гаечку и нежненько завернуть вот этот болт. А потом законтрить. Попробуй руль покрути сейчас. Получше стало или нет? Ну, резче, резче. Ну, люфт меньше достал. Ну все, огонь, все. Еще сделай, еще подтяни. Не, больше просто он реально тяжелее будет. Все, как бы, тянет. Это максимум. Окей. Все, короче, я затягиваю. Здесь просто так все удобно. Хорошо, что не инжекторный таз. А чем тебе инжекторный таз не нравится? Да, ну ты попробуй здесь на инжекторном что-нибудь поменять, вот так понастраивать. На технички, например. А что, там инжектор-то с той стороны, здесь точно так же свободно. Да, ну, только фильтр снять, там еще ну, пару да, кронштейнов. Еще кучу гауна. Ну, что ты начинаешь-то? Зато здесь трамблер мешает. Еще нюанс случился, мы пока вот все собирали, у нас еще одна печальная печалька сломалась. Сломался трос подсоса. Короче, да, мы еще попадаем на трос подсоса, но это пофиг, мы попробуем где-нибудь его выцегонить бесплатно. Да, это же трос подсоса, он нафиг никому не нужен. Нафиг никому не нужен, но, блин, покупать его точно на самом деле не будем. Кто-нибудь нам обязательно его подарит. Да, так что если есть у кого-нибудь трос подсоса, пишите нам мы в комментариях, всего, да, мы заберем. Мы сразу всего заберем фонд печальки. В принципе, все сделали, здесь подшипники настроены, это привернуто, провод к генератору я подсоединил. Сейчас, короче, ставим аккумулятор и... Посмотрим, в общем, как она заведется, погаснет ли лампочка, будет ли зарядка. Чем-то воняет. Это печалькой. Преимущественно. Короче, пробуем заводить 12 вольт на аккумуляторе. Ну что, горит лампочка? Подожди, а газони? Подсосу тяжело. Погасло? А, подожди, надо, подожди. Надо это самое. Не-не-не. Ю-ху! Короче, нормально. Идет зарядка. Лампочка не горит? Огонь! И-ху! Короче, парни, мы в очередной раз сегодня починили печальку, и печалька поставлена на ход. Вот, наш бюджет несколько обеднел. А сегодня было сделано, что, господи, много всего было сделано. Диски, колодки, подшипники, ступицы. Успокоитель цепи. Успокоитель цепи меня не напряг. Меня напрягли, на самом деле, тот самый подшипники и ступицы. Мне кажется, лучше бы мы генератор... А что они тебя напрягли? Я менял. Ну, пришлось покупать как минимум, понимаешь? И опять же, лучше бы мы генератор поменяли, потому что генератор у нас есть. Вот. Да, опять же твой, но он же бесплатно достался. Вот. И мне кажется, что все-таки прокладку следовало купить на клапанной крышке, а не на герметик сажать. То вот, есть ты признаешь, что ты был неправ? Нет. Ну и так возможно, но мы сэкономили на прокладке. Вот. Так или иначе, друзья, следите за нашей темой, как бы с нами Котофей. Вот. Который следит за нашим бюджетом. Обязательно, да. Ну вот это сейчас что было вообще? Котофей! Ну ты просто, ты банкир от бога вообще просто. Блин. Котофей. Чё Котофей? А чё? Кто Котофей же следил за банком? Давай собирай нас бюджет. Бюджет. Пятачок вон забери. Жалко млекопитающее.